Як на сьогодні, то тихо, а взагалі, як коли, в основному стріляють, бабахають мінні снаряди. Можу вам показати. Міна 120 і 152 САУ. Оце за нашим будиночком впало, а це в наших окопах. Дали жодної позиції. Навіть коли дуже інтенсивні обстріли, наші бійці все одно стоять. От. Це ж... Оце воронка. Ну так, це не викопано спеціально. Це воронка від 152 міліметрового снаряду. Саушка. Це одна така частинка, яка проглядається сепарами, так треба буде швидко бігти. Що нам зараз треба бігти? Ну що, з того боку проглядається сепаратистами, російськими найманцями і взагалі ворогом. Проглядається ця ділянка дороги і якщо не бігти, може все погано закінчитись. То що, вперед? Так. Я был курсантом военной академии, я, можно сказать, всю 14 лет провел в армии. Военный лицей, потом военная академия. Так что... То есть вы в своей тарелке? Да, я себя чувствую тут удобно, мне хорошо. Я привык к этому. Вы то, что постоянно рядом со смертью ходите, вот к этому? Ну, как сказать, к этому привыкнуть нельзя, но с этим как бы можно смириться. Со временем к этому оно как бы рядом с тобой находится. И вот то, что сегодня день Конституции, каким-то образом отмечаете его? Да, вот кофе, сейчас печенье буду кушать. Вот так вот я отмечаю. Понятно. Как еще по-другому? Кофе, кипяток, все у нас есть. Это с трехэтажного, то, что вдали где-то примерно, там, где пост у них раньше был? Я не видел, откуда именно стреляли. Первая пуля тут врезалась куда-то сюда, понял. А начало кричалка на планер, как попало в здание. Вторая просто слышал выстрел, все, где-то отсюда. Снайпер работает. Сейчас там я работаю с крупнокалиберных винтовок, они. 12.37. Это далеко. Четко по вас именно? По вашей ну, позиции? Сейчас, да, стреляли прямо где-то по окну, вот, ложе. По окну. Наверное, вы выкупали позиции наши. Я сегодня вводим на ротацию вместе. Тут, наверное, до войны очень хорошо было. Море рядом. Ночью волны слышно. Надо отдыхать хорошо было с семьей. А сейчас все в руинах. Это жена поломана. Вы успеваете покупаться? Нет, тут савушки падают. Здесь именно? Не, ну когда на базе там, то иногда купаемся. Но здесь, если покупаешься, то можно завтра же в цинке быть. На базе. Запаковано. Уже дома полтора года многие не были. Дом оккупирован. А хочется домой? Ну да, хочется. Иногда. Для меня дома уже стал Азов. Здесь я себя чувствую как дома.
нигде себя так не чувствую. А здесь я как дома. Здесь моя семья. Кстати, а ты займешь сейчас где еще? Наша позиция. Остатки. Тобто по ней теж постійно стріляють. Да по всьому. Ну, как видно, что везде тут стреляют. Ужасов акула, это ж уёб. Оно же здоровенное. Я... Под тобой вода и вверху, сверху небо. И больше ничего. И куда плыть? Фу. Прикинь, от акулы. Смерть от акулы. Алексей, аппарат? Да вот всё. Ладно, не страшно. От акулы. Ты прикинь, ты в море, да не острова, ничего. Не суши. И плаваешь там, ничего сделать не можешь. Тут такая скотина подплывает, и вот играется с тобой. Крім акул вас еще что лякает? Ну, это ж типа... Что? Крім акул вас еще что лякает в этом жизни? Нет. Акулы. Я вважаю, что мы не загинули. Ну, думать, что ты загинешь, розмірковувати как, ну, это занадто... Не варто, да? Да, не варто. Ну, блин, якщо загину, то загину. А життя продовжується, війна йде, ми ростемо, ну, свою силу збільшуємо. Ну, думаю, все буде добре.